Сегодня в Гомеле суд вынес приговор по нашумевшему делу белорусов, которые перевозили наркотики из Доминиканы в Россию необычным способом, растворяли кокаин в вине. На скамье подсудимых два жителя Гомельского района. Они приезжали на популярный курорт как туристы и получали там партию наркотика. Им надо было доставить груз через границу. Задержали курьеров на территории Беларуси в пункте таможенного оформления «Новая Гута». Во время досмотра багажа у них изъяли две бутылки вина. Экспертиза показала, что в них растворен кокаин. Он легко выпаривается из жидкости. Суд приговорил мужчин к 16 и 11 годам лишения свободы в колониях особого и строгого режима. Кокаин поставлялся из Доминиканской Республики, производилась пересадка на территории Евросоюза, в дальнейшем пересадка в Борисполе. С Борисполя уже следовали транзитом через Республику Беларусь на территорию Российской Федерации. Расследование шло больше года. Установлено, что эту схему проворачивала международная организованная преступная группа. Еще трое курьеров задержаны в Германии, остальные, в том числе организатор наркоканала, под следствием в России.